Итак, всем привет, с вами TomTom2288. И сегодня мы играем в Майнкрафт на модах. И такая программка, я вам ее скину. Ну, это только на официальных. Так. Я тут ничего не знаю. Мы зайдем в креатив пока что. Пока что. А потом выживание. Да, знаю, неинтересно, в креатив. Ну просто пока посмотрим. Так. Долговато. Да, надеюсь, не шипит. Это бывает. И некоторые вообще не захотят меня смотреть. Давай. Долговато. Даже очень. Давайте поговорим. Нет, уже. Так. Давайте будем. Я не хочу. Ладно, давайте перемещаем и... Ну и... Ну тут выбирай, походу, надо. Я посмотрел немного видео. Ну давайте будем войну. Так. Мы появились в каком-то дерьме. Тут, как я знаю, новые мобы, даже очень много. Ой, извини, что лагает, даже очень сильно здесь. Сейчас у меня клавиатура. Как, ты что не хочешь лететь? Я как знаю, тут должен быть вот первый моб, но он не новый. Так вот, я там даже сам не видел. Это кто у нас? Походу какой-то сильный чувак. Это его хатка. Уч. Так. А, это походу кто-то, это зомби такой как бы. И с луком. Тут даже нарисовано, сколько будет у них осталось хп. Так. Что тут новенькое есть? Так. Так, тут новая броня, новое оружие, волшебные палочки, много разных. Куда столько палок? Куда луков столько? Чего только не сделали? Так. Может, я, если хотите, напишите в комментариях, хотите, чтобы я это на выживание снимал? Пишите, пожалуйста. Так, что тут у нас? Тут даже карты есть. Так. Так, вот еще какой-то новый моб, что ли? А то я не понимаю, не могу разобрать, это какой-то полуслайм, полурусалка какая-то. Это Нага. Из Варкрафта Нага. Так, он с... золотой. Ну, тут и куриц, да что только нету. Ну, долго я снимать об этом не буду. Объясните, что это? Это... Что будет, если его обидеть? Вау.
Опа-на, из них выпадает, как я понял, броня и оружие. Но думаю, больше показывать вам тут нечего. Тут сами разберетесь. Ссылку я скину на эту. Всем спасибо за пересмотр. С вами был Томас228. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.